Здравствуйте, дорогие садоводы! В последние годы дачники и огородники стали все больше заниматься посадкой культур под зиму. Посадив семена осенью, вы получаете ряд преимуществ. Семена образуют мощные корни, набирают больше массы и быстрее растут весной. При каких же температурах необходимо производить высадку и какие сорта хорошо переносят холода? Когда на улице первые заморозки, земля покрылась морозной корочкой, но в теплице земля еще не замерзла, вот именно в этот период стоит приступать к посеву семян в озимую. Зелень. Она устойчива к морозам. Советуем следующие сорта. Аллигатор, мамонт, узоры, супердукат и салют. Редис высаживаем, когда в теплице земля уже прихватывается морозной корочкой. Рекомендуем сорта. Яшка, преста, сорт камелот, фирмы Гавриш и краса Алтая. Семена помидор сеют, когда наступают более устойчивые морозы. Советуем именно низкорослые томаты. Утренняя роса, радостный, грунтовый, грибовский. Это очень ранний сорт томатов. Хорошо сажать под зиму цветы, такие как нарциссы, пионы, крокусы, астры и тюльпаны. А вот при температуре от минус 1 до минус 5 градусов советуем посадить чеснок, лук, морковь и свеклу. Также под зиму можно сажать лиственные породы деревьев, такие как черешня, яблони, вишня, слива, груша, малина, кусты крыжовника и ежевики. Сроки посадки тоже имеют значение. Оптимальное время высадки культур под зиму – это период с октября по ноябрь. Для всхода семян создают благоприятные условия почвы. Следует накрыть грядки клеенкой во избежание попадания к семенам сорняков. А можно покрыть грядки специальным составом – торфом или компостом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.